Ну что, Алёшенька, чем занимаешься? Ой, Золушка моя любимая, перебираю воблеры, вспоминаю сезон 2017 года, как я ловил щук, на какие воблеры. А чё грустный такой? Вот что бы ты хотел получить на Новый год в подарок? Ну, любой воблероман желает получить в подарок воблеры, хорошие японские спиннинги, качественные. А какой бы ты спиннинг хотел получить? Я хотел бы получить доджер. Мне очень нравятся доджеры. Но все новогодние желания сбываются, так что не грусти. Кто это к нам там пришел? Надя, открой, кто там? Здравствуйте! Здравствуйте! Здесь Алёшенька живёт. Алёша, к тебе! А вот подарки на Новый год. Вискарь 10-летний. Воблер от ОСП. А, вот это да. А это что такое? А это спиннинг новый. Мечты сбываются. Алёшенька, сфотографируйся с Дедушкой Морозом. Ребята, привет. Приветствую всех. Дедушка Мороз сегодня очень радостный, очень счастлив и спешит всех вас поздравить с Новым годом. Дедушка, что ты хочешь пожелать нашим подписчикам? Я хочу пожелать нашим подписчикам новых воблеров следующего сезона, очень плодотворного и очень обильного в плане щучьих поклевок. Да. Ни хвоста всем, ни чешуи. Так что, ребята, оставайтесь с нами, давайте желаем вам. Вам и всем вашим близким здоровья, финансового благополучия, чтобы на воблерах хватало, чтобы не было проблем с деньгами, чтобы никто не болел, ну и чтобы жизнь была в радости, понимаете? Потому что надо радоваться каждый день, каждому дню. Надя, иди поздравь тоже, ребята. А что, ты не хочешь? Мы тоже готовимся к Новому году. В общем, новогодние праздники будем снимать много полезных, интересных видосов, так что оставайтесь с нами. Давайте, ребята, с наступающим еще раз. Ура! 2019 или какой? 18. А, 2018. Увидимся.